погружается в центр. Передачу Карпова давать не стал. Движение с Балухом. Балуха накрывает. Андрей, Максим Герасимов еще тем временем. Ярулин бьет первый удар. Стур ворот. И гол! И гол! И гол! Обидной ситуации может еще привести себе забитый мяч и привозит его в конце концов. Милованов, Ткаченко. И сильный удар точно в руки. Брат которого как раз сейчас и не сумел забить. Логинов! О-хо-хо-хо-хо! Логинов отдает неточную передачу. Павел Карпов вернулся сейчас. Андрей Соколов. Оставили одного. Ткаченко, Гериханов на подборе. Вчера такое было уже только в концовке. Отработал здорово. Что сказать-то хотел? Забыл. Тем временем действует с Миловановым. Велело пока один. Удар Андрея Соколова. Не зафиксировал. И с его передачи. И еще. И открылся. И только мы. Соколов. Герасимов. По-моему, первый удар. Вообще сегодня получает 3 очка. Мы еще по сумме выявляли? Нет. По сумме у нас уже давно никто. Ну что? Соколов против Логинова. Забивает. Угадал Сергей Логинов направление удара. Но... жесткости, цепкости. Патрик через Иванова. Отыграл в стенку с Максимом. Да? Привет. Приветствую вас. Тем временем еще один шанс у Синара. Иванов. 2002 год. Олег Балиевских, который сейчас в Нижнем Новгороде работает. Минем не хочет уходить сегодня с площадки без забитого мяча. А забитый мяч. Пресс-атташе есть. Я, во-первых... Ох, какой рикошет сейчас чуть не случился после удара. Вообще травмирован. Вы не знали этого, Александр Пинигин? Удар Герасимова на месте. Соколов отрезал сразу троих. И Максим Герасимов. И Антон Соколов снова. И вот там было много информации о судьях. Ох ты! В ближний угол Иван. Игра восхищает нас интригой. Но получится ли сейчас Синара контратака? Соколов с передачи Герасимова. Серия Емельяновых. Герасимов прицеливается и попадает.